Йоу! Всем привет, ребят, с вами Херейт и три дебила, которые уже минут 15 мне не дают начать этот ролик. Привет. Ой, не того. Здорово! Всем привет, я Пастерикси. Смотрите, какое у меня дуло большое. Лысый кактус, базар, ребят, лысый кактус. Смотрите, какое у меня дуло большое. Нет, оно явно меньше у меня. Покажи свое дуло. Ютуб не одобрит. Короче, сегодня у нас тематика... Ты про какое дуло? Я про вот это дуло. А я про другое. Так вот, у нас сегодня тематические снайперы. Вот по этому слову вы можете все понять. Мы сегодня с ребятами в космосе. Мы сейчас прямо находимся на космическом корабле. Нас четверо, и эту карту я строил один, иногда с помощью Кости. Да. Вот, строили мы 3 дня. В смысле иногда с помощью Кости? Ну, я по большей части сам сидел. Всю карту Костя строил, какого? Вот именно. Да-да-да, короче, вот вы можете пока здесь взять винтовки, потому что у меня уже все есть. У меня тоже. Вот. Короче, здесь будете ТПХ-ться на карту, в случае, если вы сдохли. Спаунпоинт здесь все, надеюсь, поставили? Да, ну, да. Ладно. Я постригся. Погнали. Да ты лысый кактус. Все, погнали. Короче, на этой карте у нас всего лишь 30 секунд, чтобы спрятаться. Вот, вы можете... А что, невидимость нажимать или что? Я уже нажал, прячемся. У нас 30 секунд, погнали. Ну, чё... Блядь, в смысле? Вы издеваетесь, ребят, вы чё? Я знаю. Был сзади Костяна. Реально? Да. В смысле? Ребят, не знаю. Вы чё? Если чё, кто сдох в ГМ3, пожалуйста. Чё происходит, алло? Воу, куда? Не надо по мне стрелять. Я злой. Подожди, а кто в зелёной фигне до этого был? Я. Корби. Я прятался в зелёной фигне. А, так просто ты в зелёной там... фигне, да? Нет, я был в солнце. Ай, хорош. Ай, хорош. А чё, а где? А кто жив остался? Знаешь, Херет, я хочу Клайп сказать... И я? Да. Ты не прописал неймхайд, поэтому... Да, я все видно. В смысле я не прописал? Вы могли пораньше это сказать? Нет, как бы, зачем? Нейм Хиди. Надо прятаться, короче, я понял. На самом деле у Клайпа тоже ни черта не прописано, и вот... А, да? Да. Могу я об этом раньше сказать? Нет. А зачем тебе это говорить? Ты же мне ничего не сказал. Оп, смотрите прикол. Хлобыться... Это что такое? Это телепорт легальный. В смысле, а куда он? Он там в какашку спрятался или что это? Какую какашку ты че? Где ты сейчас был? Я же говорил, что это на какашку похоже. Это не похоже на какашку, это у вас... все на какашку. Да ну реально, это нереально! Нет! Как у тебя дела? У меня было... А ты в креативе летаешь, алё? Нет, я всем ремонт выдаю. Чем ты как он там бегает? Вы что мне рассказываете, ребят? Он стекло сломал сейчас рукой! Что там делаешь? Попался один человечек. Попался. Да ладно, второй раз! Да какой я не спрятался, сказал же! Твои проблемы, у нас 30 секунд, чтобы спрятаться. Да вы что? Почему раньше об этом нельзя сказать? Слава... Импровизируй! Слава выбыл. Задрал! Откуда? Клайв тоже выбыл. Задрал, читер ты. Херейт, брат, ты где? Я... Блин, офигели. В этом... А! Привет. А чё ты невидимый? А чё ты невидимый? А ты чё не видишь? А вы чё? Я вам... Чё сделали, дебил? Ой, я упал! Я тоже упал. Чё? Опять перезарядка грёбаная, вот это реально моё проклятие с этой перезарядкой. Я вижу, Костян прыгает. Я тоже вижу, что он прыгает. Мне попасть не можем. Ага. А, твою мать! Он аж упал! Ты ведь упал? Да, он упал. Я испугался тебя, ты страшный, блин. Чё сразу страшный? Я красивый вообще-то. Я же нафиг не умру так легко, но в зарочке не умираю. Зайди в ГМ3. Вау! Мою! Чё сейчас сделал, блин? Ты чё сейчас сделал, блин? У меня перезарядка была тогда, когда я в тебе... Ой, я всё, я промолчу. Вот. Вы на ролике посмотрите, что я только что вытворил. Раз, два, три, погнали, играем. Смотрите, в НЛО никого нет.
Это удивительно интересно. Какое НЛО? Где здесь ты НЛО построил? Ты НЛО строил. Алло. А, какое НЛО? Дебил? Ты дебил? А, господи боже. Я Клайпа хотел убить, а не тебя. О, Слава, привет. В смысле? Какой Клайп, в смысле? В смысле? Ты чё? Я знаю, где Херейт, я знаю, где Слава. А мы тоже... Нет! Пожалуйста, я не хочу! Ты задрали, что ты за... Это чё за гонщик? Ай-яй-яй! Ай-яй-яй! А как? Ай-яй-яй! Да как? Да как? Ноускоп! Я тебя на нож хотел взять. Ё-моё, ё-моё. Я выиграл, получается? Ну типа, у меня за один раунд... У меня, короче, за один раунд вся обойма уходит. Три. Сейчас кто-то рядом со мной будет, я просто... Орно. Клайп, начинай орать. Начинай орать, да, Клайп. Чё, у меня, что ли? Ага. А где вы? Я знаю, где ты. Я тоже знаю, где ты, Клайп. А где вы? Я знаю, да как так фастом? Ты же даже не целился вроде, нет? Я целился. Ну, блин, а я думал, ты просто так стоишь. Я упал! К слову, у нас в этой серии совершенно другие винтовки, не те, что мы использовали в предыдущих роликах, и я даже не знаю, какие винтовки круче. Мне пофиг. Так, я точно знаю, что это стреляет по мне. Иди! Скотина, ты тупа. Как ты выражаешься, посмотри. Нет, пожалуйста, почему я падаю постоянно с этой сраной карты? Я случайно нож выкинул. Я себя сейчас случайно выкинул. Ладно. Понимаете, я так по столу ударил, что у меня рука болит. Кто-то карту нам сломал. Да ты 2-1 играем. Да какой 3-2-1, я летаю в воздухе, ты меня ударил. Да какой, эй! Я успел. Эй, брат. Ребят, Слава и Костя, вы бы знали ситуацию, вы бы жали. Да мы знаем, я знаю ситуацию. Какую ситуацию ты знаешь? Что Костян подо мной был. Ага. Реально? Да. Я Клайпа видел. Давайте, гути. В смысле Клайпа видел? Никакой тим. Я не дам тебе выйти теперь. Нахерись. У меня патрон нету! Откуда? Я карта. Чего делаешь? Да у меня кашка хватит! Нет! Короче, Костя на некоторое время отошел по делам, да, пописать. И мы решили один раунд записать без него. Че, ребят, вы можете мне сказать, где вы, кто вы? Ну я вижу Клайпа, я уже вижу его глазик такой хороший, и щечка даже выглядывает. Глазик. А я вижу тебя, да, Корби. Вы что, ребят? А. Тихо, Корби, ты аккуратно, не паникуй. Мне показал. А я не знаю. Где? Что? Кто меня стреляет, да? Да как? Слава, просто лучший, Слава, лучший, красава. А ты где? Ты у нас где? Я тебя вижу. В смысле? Откуда? Я тебя вижу, я к тебе иду. А! Уйди! Да какой уйди? Пожал в жопу! Такой! Йоу! Всем большое спасибо за просмотр данного видеоролика, и я искренне надеюсь на то, что он вам понравился. И я могу с уверенностью сказать, что это лучшая серия снайперов на моем канале. Возможно, не навсегда. Почему, возможно, когда-нибудь я запишу еще лучше, это я вам гарантирую. Ну, а сейчас я надеюсь на ваш лайк, подписку и комментарий. А также вот что я вам предлагаю. Я думаю, вам понравилась идея космических снайперов. И давайте так. Если вы под этим роликом набираете 5000 лайков, то мы эту карту делаем в 3 или в 4 раза больше и зовем еще парочку людей. Вот, а если вы наберете 10000 лайков, да, это сложно, но возможно. Если вы наберете 10000 лайков на этом ролике, то мы построим какую-то новую тематическую карту, не знаю, там, средневековье или еще что-то. Я пока не знаю, пишите в комментарии, может, что-то оттуда водовозьмем. В общем, всем большое спасибо и всем пока-пока, удачного дня, вечера или ночи.